Друзья, всем привет! Вы на канале «Вокруг Земли». Мы находимся на самом главном центральном рынке города Паттайя, который называется Ратанакорн. Располагается он возле Колизея. Сейчас я покажу вам актуальные цены на 2024 год, середина января. Апельсинчики 90 бат, яблоки 100, авокадо 100. 20 яблоки. Яблоки здесь очень дорогие. Мангустин 95. Подешевел. 85. Питахая красная. 60 яблочко китайское. Не помню название уже. Маракуйя по 70. Хорошая цена, была недавно дороже. По 170 дурьяны килограмм, но это дорого пока, надо ждать сезона. А сезон в апреле. Манго разная, сейчас покажу цены. Бананы 30-35, большие, крупные, за килограмм. 25 ананасы. 60 авокадо, крупные. 60 тоже здесь. Хлебное дерево по 20, уже готовый лоточек, чищенный. Ну, любителя, я переел уже. Мандарины 55, крупные 45, 40, 50, 35, 30, 30 и еще есть по 20, но они, наверное, уже не очень хорошего качества. Дурьяны 170. Манго. А вот сападил очень вкусные. Вкус фиников. 80 манго такое. Карамбола 50 бат. 45 манго. Виноград 220. Груша одна 25 бат, одно яблоко 25. Яблоки, груши — это очень дорого. Арбуз 22. Арбуз готовый такой, вот есть уже нарезной. Фрукты, пожалуйста, готовые, сразу можно есть по 35, за 30. Бананчики 30 бат, 2 гребня. Ну, то есть вот за две такие вот связочки 30 бат. Манго разная, цены разные. 50, 70, 40, 65, 35. Манго было 3 за 100, чуть подальше, и 4 за 20. А 4 за 100 по 25 бат. Сейчас посмотрим. Чищенная уже готовая помело 25. Я беру целую за 35 бат. Там выходит больше. Но правда надо чистить 20 бат. Чайное дерево. Хлебное дерево точнее. 30-40 мандарины. 38 папайя. 35 манго. 35 манго. Вот по 30 манго. Вот, смотрите, по 28, например, килограмм. А он дальше по 30. Это авокадо какой большой. Килограмм 70 бат. Ну, тут одно авокадо выйдет на полкило. Большое, тяжелое. Ланган 85. 75. 70. Ну вот, маракуйя 45. Вот она такая, как казалось бы, да, испорченная. А, не, ну это уже все, прям конкретно испорчено. Thank you. Она должна быть помятая, но здесь слишком перемятая уже.
да, то есть как выбирать спелую маракуйю? Она должна быть не идеально гладкая, жесткая, а чуть-чуть такая вот морщинистая, помятая. Но здесь она уже, видите, прям совсем испорчена, по 45 продают. Не хотят выбрасывать. 35 папайя, 70 ланган, 45 мандарины, авокадо по 100 мелкие, по 70 крупные. Гуава по 50. Гуава мне не понравилась, тоже на любителя. 75 красная, питахая, 50 белая внутри. Вот манго, пожалуйста, килограмм 25. Вот видите, 25 за килограмм. То есть они просто разные, бывают разные сорта, бывают вот 3 за 100 тоже. Бывают разные сорта манго и с волокнами, без волокон, то есть тоже нужно понимать. 30-35-25 кокосы, 50 арбуз, 1, да, то есть можно за 22 взять килограмм, а можно 1 за 50. Кстати, выгодно, потому что около 3 килограмм выходит один арбуз. Лучше взять целый. Тоже манго по 45, по 35, по 30. Зеленый манго 25. Гранат 70 бат, одна штука, здесь 50. Гранаты здесь дорогие, а вот по 55 маракуйя. Тамаринд очень вкусный, 140, по 70 есть, наверное, чуть хуже. Вот это яблоко, оно такое сочное, оно не сладкое, но очень-очень сочное. Смотрите, какой как искусственный виноград. 230, 180, 120, 65. То есть ланган, видите, от 80, ну, от 65 до 80 можно прямо искать, смотреть. Манго 35-45, по 100. Типа сливы наши, но не пробовал. Рамбутан по 100 пока. Все по сезону, надо смотреть. Потому что фрукты, они по-разному. Кстати, во Вьетнаме вот говорят, что фрукты всегда все есть, независимо сезон, не сезон, и цены там, ну, дешевле. Ну все, фруктовый рынок закончился, пошел дальше овощной. Это самое начало, тут цены подороже. Нужно за овощами в самый конец идти. Там цены будут поприемлемее на овощи. Здесь в самом начале они подороже все-таки немного. По пути здесь можно купить всякие специи, крупы, яйца, рис. Это все тоже здесь есть. Потом чуть далее начинают продавать уже, ну, такие штуки, например, да, то есть это либо курица, либо свинина, либо рыбьи вот такие вот шарики всякие, ну, типа полуфабрикатов, вот всякие крабовые палочки, сосиски, то есть здесь тоже все это есть. Вот здесь вот лапша, готовая уже, можете купить прям. Тазами продают. Смотрите, какой таз лапши. Ну, это для макашниц хорошо. Здесь вот рис. Самый вкусный рис, это жасминовый. Он стоил здесь 46, по-моему, бат. Или 45, 46. Да, вот он, я его брал. Самый вкусный рис. Килограмм 45 бат. Самый дорогой, самый вкусный. Ну и здесь дальше всякие, ну, домашние, да, не то, что домашние, а вот, ну, типа тоже вот лапша всякая, тут орешки, соль, консервированная продукция, то есть, ну, как обычно в 7-Eleven, то есть, здесь орешки тоже, вот видите, весовые все.
на развес. Рыба, всякие специи. То есть все тоже есть. Но это, в принципе, все тоже из 7-Eleven можно посмотреть. Там тоже все это имеется. Так, чуть далее, если пройдете, здесь вот на этой стороне продают, там необычно мясо. Мясо, рыба, но это нужно очень рано приходить. По-моему, с 5 утра или 6 они начинают продавать вот это вот мясо, рыба. А вот здесь вот уже пошли овощи. Овощи уже надо смотреть дальше, в самый конец идти, там будет подешевле. Цены разные. Вот смотрите, помидорки по 25 бат, это хорошо, потому что были по 45, по 25. Сейчас цены скинули, наконец-то. По 30 тоже есть, но было дороже. Картошечка 30 бат, где-то около 90 рублей примерно, да, на российские деньги, если переводить. Недешевое удовольствие. Огурцы по 25. Но опять же, надо ходить, смотреть везде, где-то есть по 20, где-то 25. Это надо прям сравнивать. И еще у них бывает в конце дня, они, сейчас если найду, вам покажу, то есть делают такие пакетики, и там все по 10 бат в этих пакетиках. Рыба вот есть, смотрите, сушеная, по 100 бат. Есть по 80, такая вот, по 100, по 200, 220. Анчоусы по 60, по 70 вот такие есть и так далее. Ну вот, здесь и весовая, можете набрать, как бы, ну, попросить, сколько надо. Вот я так понимаю, вот это килограмм 200 бат стоит. Мух, конечно, столько. Ну, понятно, это рыба, на рыбе всегда мухи. Вот, рыбка сушеная тоже есть. А вот еще здесь, все много очень. Всякие кальмары, не кальмары, тут выбор большой. Ну, цены за килограмм, конечно же. Но она легкая, в принципе-то. Посмаковать можно взять. Так, ну вот типа таких вот пакетиков они в конце дня уже собирают. Вот они тут и огурчики, и помидорчики есть, да, то есть они стоят по 10 бат. Вот можно тоже набрать, кому интересно. Тает, смеется. Снимите, говорит, меня, пожалуйста. Кто-то шапочку потерял или что это такое. Так, ну вот, к примеру, да. Например, лук. Там 4 луковицы, 10 бат. Ну, либо там морковка, да, то есть остатки уже, то есть они собирают здесь. Или картошечка вот, да, тут. Сколько тут? Ну, полкило есть, наверное. То есть, в принципе, выгодно брать. Чем по 30 бат, по 10 можно взять таких вот 3 пакетика. Ну, опять же, нужно смотреть, качество не всегда хорошее. Это тоже нужно понимать. Вот. А вот видите, здесь уже по 25 картошка. Была, даже по 22. В 10 можно ее отобрать более-менее хорошую. Наверное, я сейчас возьму. Вот, в общем, такие дела. Рынок большой очень. Приходите, покупайте, что надо. Примерно такие цены. Давайте на овощи подсниму еще немножечко вам. Вот 25 пекинская капуста, 15 обычная капуста, килограмм. Да, то есть цены за килограмм 15 бат. Эта штука, я не помню, как она называется, она такая очень слизкая, ее в супы кладут, ну, мы особо ее не берем. Огурчики по 20 крупные, по 25 мелкие. Перчик острый, 50 это лайм за килограмм. 25 морковь. О, по 15 вообще помидорки, смотрите. Это вообще подарок, 15 бат. Сейчас я наберу, как раз нужны были помидоры, тоже по 15. Зелень есть различная, да, то есть... Выбор есть. Листья салата 45-35. Даже тыкву продают. Имбирь 50 бат. За килограмм, наверное, но это дешево. Чеснок. Чеснок 70 бат. Перчик острый 40-65. Картошка, видите, по 30 уже. А вот чуть-чуть дальше, там по 22. Видите, какая разница. 35 лук. Красный 30 обычный. По 18 помидоры уже здесь покрупнее. Ну, в общем, все есть. Овощи, фрукты, мясо, рыба. Утром надо приходить, конечно, но тоже все имеется. Вот тоже пакетики, вот, да, картошечка, смотрите. Ну, одна, правда, тут здоровая, на полкило, по 10 бат. Вот тут две. Тоже две. В принципе, хорошая картошка. Вполне. Вот, в общем, друзья, приходите, покупайте. Хорошее место. Ссылку оставлю в описании по локации. Ну, это на Тепродите возле Колизея. Ратанакор называется рынок. Можете сюда приезжать. Все,
все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Желаю вам всех благ. Увидимся в следующих роликах.